что ты таскаешь пакеты тяжелые? Ты гонишь. Теща бы помогла. Нет, а ты возьми пакеты, я ее не отдаю. Главное, отдал мне прикол. Главное, мне отдал. Ну что, Татьяна Владимировна, пакеты такие таскайте тяжелые. Да не говори. Заходи, заходи. Я не могу. Только по следам. Аленочка, прошу. Ой, спасибо тебе, дорогой. Прошу к нашему шалашу. Спасибо, любовь. Куда моя. Вам установить это все? Любовь моя, вот тут поставь шалашу. Давай. Спасибо тебе, дорогой. Позови меня тихо по имени. Ключевой водой напои меня. Позови меня на закате дня. Готовь опочивальню, скоро приду. Ален, а почему ты мне не рассказываешь, что ты приносишь в наш дом? Захар, представляешь? А что это, правда? Это сыну подарки. Сыну подарки? Чему? Будущему моему. Ты что? А, нашему. Уже давай. Скоро. Посмотрим. Скоро появится на свет, поэтому вот тут видишь у нас. Так, давай, помогу тебе. Да. Мне даже интересно. Постельное белье. Конверт. Потом кокон. Так, это бортики. За свои деньги купил? Да. Не за ебаровские? Ужасно. Ты что? Я ужасно, никогда видела вообще. Когда-нибудь видела ебаровские деньги? На тебя вообще... Я просила ботинок, ой, вот эти вот за 30 тысяч, хотя бы один мне. Ботинок? Понимаешь? Да, говорю, один можешь отдать? Зажал. Зажал? И на сейчике улетел, да? Зажал ботинки, на сейчике улетел. Отлично вообще. Давай, Захарчик, тебе помогу. Давайте, давайте, тёщенька, давайте. Опа! Опа-на! Ну, блин, превосходно, конечно. Ой, сейчас будем открывать. Красота. Красота. Так что... Ну, молодцы, вот, молодцы. Начинаем готовиться. Нужно потихоньку. Уже готовиться, правильно. Нужно вот готовиться, вот. Нужно уже все вот, там устраивать, нужно покупать, чтобы когда ребеночек родился, все было уже. Конечно. Вот, чем смогу, солнышко, тем помогу. Правда.